старший тренер отделения женской спортивной гимнастики Кухтов Дмитрий Владимирович. Ходит открытый кубок Витебской области. Участвуют все сильнейшие старшие спортсменки нашей спортивной школы. Молодец, хорошо. Добрый день, кого вы пришли поддержать? Я пришла поддержать свою дочку Веронику. Она поступает по программе «Кандидат в мастера спорта» и занимается с 6 лет. Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, что дает спорт детям? Ой, в первую очередь, это дисциплина. Дети становятся совсем другими. У них появляются в жизни цели, у них появляются стремления и, конечно же, вот дух достижения чего-то. Это невероятная такая сила победы и воли. В общем, это дорогого стоит в жизни. Ты довольна выступлением? Да. Нужно тренироваться. Скоро. Здравствуйте. Здравствуйте. Работайте, не отвлекайтесь. Город Витебск. Старший тренер отделения Игорь Леонидович Барышев. Проводим открытый кубок в области по спортивной гимнастике. Соревнования проводим в преддверии республиканского кубка. Там будет принимать участие сборная России и Узбекистана, также наши ребята. Мальчики, поздравляем вас с победой. Вы довольны своим результатом? Да. Сколько лет вы уже занимаетесь? 7. 7. А еще бы хотели дальше продолжить свою спортивную карьеру. Ну, удачи всем. Спасибо.